серебряный молот, в голове много дури. И я за мудростью пришел в монастырь Туштаркури. Монахи приютили, тасил чаи и травы, спокойно обучался и не жаждал славы. Пока однажды, совершенно без предлога, к нам не нагрянул легион от мертвого бога. Держали оборону, пытались отбиваться, но спустя две недели им удалось прорваться. Крестоносцы убивали всех в обители, они вставали, как мертвого бога служители. Я в ужасе смотрел и не хотел погибать, мне подвернулся шанс, и я сумел сбежать. Схвати похапку ценнейших священных писаний, побежал без оглядки среди горящих зданий. И после всего этого, укрывшись во враге, я поклялся избавить этот мир от магии. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, любой волшебник от его руки падет. Как ни крути, твоя магия тебя не спасет. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, теперь кровью захлебнется каждый враг. Кто я такой? Меня зовут Антимаг. Спустя недели скитаний я горы достиг, прижимая к груди охапку ценных книг. За километры не видно было ни души, и я решил обосноваться в той глуши. Впитывая мудрость из древнего сказания, я набирал силу и получал знания. Сумел повысить магический иммунитет, сжигание маны обуздав секрет. Научился мгновенно сокращать дистанцию, теперь у магов не будет ни единого шанса. Развею прах, использовав мановоид. Теперь держись, легион, я иду за тобой. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, любой волшебник от его руки падет. Как ни крути, твоя магия тебя не спасет. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, теперь кровью захлебнется каждый враг. Кто я такой? Меня зовут Антимаг. Выслеживая легион согласно планам моим, я истреблял чародеев одного за другим. И так до тех пор шла моя дорога, пока я не добрался до мертвого бога. Я сражался из последних сил, я хотел отомстить, и я победил. Но у победы была своя цена. Убив бога, пошла взрывная волна. Меня несло через миры и сквозь пустоты. И вот теперь я в рядах героев доты, обречен на бесконечную войну, сражаясь против магов за любую сторону. Жажда мести принесла мне много боли, в доте я лишился свободы воли. Скорость фарма заложена в моих клинках, теперь моя сила в твоих руках. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, любой волшебник от его руки падет. Как ни крути, твоя магия тебя не спасет. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, теперь кровью захлебнется каждый враг. Кто я такой? Меня зовут Антимаг. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, любой волшебник от его руки падет. Как ни крути, твоя магия тебя не спасет. Он один живых остался магию изгнать, поклялся, теперь кровью захлебнется каждый враг. Кто я такой? Меня зовут Антимаг. Вот такая сага об антимаге у нас получилась. Друзья, мы надеемся, что вам понравилось, и вы оцените это по достоинству, поставив лайк и подписавшись на наш канал. А также будем признательны, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями и расскажете им о нашем канале. А мы продолжим вас радовать годным контентом. Всем адекватных тиммейтов и изикаток. С вами были Подрубка Шоу. Всем пока. Эй, кореш, твоя магия тебя не спасет.